В Якутии идет профилактика клещевого энцефалита. Наибольшее количество укусов в прошлом году зафиксировали в Алданском районе. Всего зарегистрировали 102 укуса. Как правило, заболевание протекает в легкой форме, однако прививки нужно делать вовремя. Находясь в лесном массиве, самое главное – постараться не допускать присасывания клещей. Плотно клещ присасывается спустя час-полтора после попадания на тело. После прогулки на природе тщательно осматривайте себя. Укус клеща можно не почувствовать или спутать с комариным укусом. А в случае необходимости за инъекцией в Якутске можно обратиться в Национальный центр медицины, а в районах в отделение медицинской помощи. Чем раньше мы делаем вакцинацию, тем раньше у него образуется иммунитет. Но в связи с тем, что у нас клещи активизируются в конце мая, в начале июня и до конца августа месяца, все зависит от природных условий, климата нашего. Но последние годы количество укусов клещей увеличивается. Особенно регистрируется много укусов в южной части Якутии.